Всем привет, друзья! Мирного и чистого неба над головой. Слышите, самолет летит. Вот такого вот чистейшего неба вам всем. Всем, друзья. Ой, ветерок у нас сегодня. И солнце зубами. То оно показывается, то оно прячется за облаками. Зябко. Ветерок дует холодный. И мы решили выйти собрать остатки. Капуста, перцы. Ну, все, что осталось, друзья. До морозов будет под навесом наверху, на улице. А потом уже будем заносить в летнюю кухню. Ну вот, собрали мы. Срезали. Да тут не то, что ножом, тут ножовкой. Ножовкой пилили, доча, да? Вот вся капуста собрана, потому что будем выпускать гусей уже на огород. И будем с свежей капустой варить. Что, доча? Слышали? Всеми любимый борщ. Смотрите, петрушка какая сочная прям. Летом не была такой. Вот морозы ударят, и все пропадет. Надо все срезать. Вот тут перчики такие. Помидорчики еще есть. Ну все, весь урожай убрали. Все, больше ничего нет на огороде. Только петрушка. И все. И вот еще остатки яблок было. В общем, вот такое вот дело у нас все. Теперь пойдем варить борщ. Нашинковала я капусту. Вот такая средняя капусточка. Кастрюлю имею в виду. Ну, посмотрим. Вот такая вот терочка. И тут еще петрушка свойская. И капуста уже свойская, друзья. Своя капуста. Вот так вот. Как я варю борщ? Значит, в кастрюлю. Вот видите, целые картошины отправляю в холодную воду. Сюда же нарезаю лук и морковь. Все, вот так довожу до кипения и буду потом убирать пену. Это обычный, простой, постный борщ. Вот так довожу до кипения, друзья. Убираю пенка. Все вот это от картошки, от морковки, все, что остается, пенка. И продолжаю варить. Бурак я не кладу в борщ. Вот одна моя, не знаю, как сказать. Ну, не едят дети с бураком. Понимаете? Выбирали. Вот в детстве выбирали, выбирали. А так салаты, когда делаю, вот, допустим, с чесночком, с майонезом, бурак едят. А вот в борщу нет. Ну, вот так варим дальше. Картошечка должна дойти до полуготовности. И вот когда она будет полуготовая, вот так пробуем, если она... Вот так, видите, уже все хорошо режется даже с ложкой. Или половником. Все, значит, отправляем капусту. Как-то в летних ранних моих видео я говорила, что вот укропчик соберите и высушите. Вот сейчас я его замочила. Хоть он у меня висит под навесом. Все промыть хорошо. И отправляю в
кипящую кастрюлю. Все, она даст самый смак и аромат борщу. Борща. Все, картошка уже готова. Мнем мы ее вот так вилочкой. Вот так. И все. И отправляем опять в кастрюлю. Вот так. Кто не пробовал моего борща, вот так. Каждую. Смотрите, своя картошка какая разваристая. Да, покупаешь. Я не знаю, почему. Вроде бы покупаешь, а она как, я не знаю что, как бревно. Ну, у нас тоже закончится, мы же тоже будем покупать. В общем, вот так, мои хорошие. Всю картошку мнем. Все. И отправляю капусту. Капусту я промыла, потому что все равно я ее прыскала с мыльной водой. Если бы не прыскала бы ее. Вот пол кочана капусты ушло в эту кастрюлю. Вот так. Все варим, ничего не пассирую, не жарю. Все добавляю. И томат буду добавлять. Также не жарить. И масло. Все. Варим. И дальше покажу. Друзья, это не первый борщ мой. Я несколько раз выкладывала. Варила борщ. Ну, еще раз показываю. Может, кому-то близок такой борщ. Варим. А зонтики пока тут. Зонтики будем доставать, когда уже будем томат отправлять. Все. Варим дальше. Что-то у нас погода будет меняться сегодня. Непонятно. С утра так хорошо было, и солнышко, и все. А сейчас что-то так хмурится погода. Да. Открываем домашний томат. Вот так. Вот тут что в этом томате? У меня, значит, помидоры. Какая-то открывашка. Портит банки все. Надо с нее аккуратно открывать. Сейчас, секундочку. Наливаю на половник. Второй половник. Я, может, иногда я отмогу. Тут в этой баночке, значит, у меня что? Перец болгарский уже есть тут. Томат. Ну, чесночок. Сейчас еще надо посмотреть, он у нас перчинка или нет. Укропчик достаю. Все уже. Перед выключением. Отправляю петрушечку. Свежую. Свойская петрушечка. Вот так. Ой, борщец, какой аромат идет. И ваши любимые приправы, друзья. Масло наливаю 50 миллилитров. Это 100-граммовая стопочка. Тут у меня масло перелито.
наши любимые приправы хмель и сунели и бабушкина соль. Все, даю полный ход. Плита сейчас закипает хорошо, наш борщец. И выключаем. И борщ готов. Милости просим к нам на борщ. Вот такой борщец. Каждый варит вкусный борщ, каждый по-своему. А я поделилась со своим борщом. В общем, вот так вот. Вот такой густенький борщик. Вот такой вот борщик. Сухари. Кто любит сметанкой, кто любит майонезиком. Вот так. Сухарики. Всем приятного аппетита, кто обедает с нами. Ну, всем пожелаю приятного аппетита, кто с нами обедает. Мира, добра. На этом хочу попрощаться. Пишите комментарии. Как вы готовите борщ? Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и всем пока-пока! До новых встреч!